только что входил в свою школу. Там, по-моему, ничего не изменилось. Сейчас мы идем по дорожке к нашему дому на Жемчужная 30. Этих кирпичиков не было. А вон улица Жемчужная. Какая-то клиника. А значит, там был, по-моему, детский клуб или что-то такое. Сейчас еще один двор, и будет уже виден Жемчужная 30. Этот двор я тоже помню. Все подъезды, конечно, закрыты, на домофоны. Есть ступеньки, как я помню. И вот он, последний кусочек пути. Он уже наш дом, видно. Этот лес был для меня всегда таинственной чащей. Таким и остался. Дорожка та же самая. Там наш балкон где-то был. Какой же это был? Вот тот застекленный. Или следующий. А вот и мой двор. По-моему, точно такой же, как был. Вон наш подъезд. Здесь всегда была горка. Зимой катались на дощечках. Двор такой низине, поэтому тут всегда весной было озеро.